Итак, друзья, очередной раз Samsung нас удивил, представил свой телевизор The Zero. Значит, он уже поступил в продажу в России. Что же это такое? Значит, это такой телевизор. Он создан с возможностью доброго просмотра вертикального мобильного контента, то есть вертикально. Где это возможно? Ну, вот, допустим, как здесь на видео, где это будет полезным? Ну, допустим, каким-нибудь информационных центрах, да, где вот стоящий вертикально телевизор будет выдавать больше информации в строковом виде, да, либо это вот, смотрите, в кафешке какой-нибудь, где какие-то акции, вот вы заходите, и там вот написано. Так, давайте почитаем, что же там будет. Будет внутри. Презентация The Sera в Южной Корее состоялась еще в апреле прошлого года, друзья. В начале года было объявлено о выходе в США и Европе. В переводе с корейского название телевизора означает вертикальный, как показана иллюстрация в данной заметке, может поворачиваться на 90 градусов. То есть есть возможность использовать как горизонтально, так и вертикально по аналогии со смартфоном или планшетом. Естественно, есть такая функция, как вы знаете, у Samsung, выводить информацию вашего Samsung телефона на экран телевизора. И вот она здесь используется. Поддержка AirPlay 2 позволяет владельцу Apple рассматривать на телевизоре видео, фото, играть в мобильные игры, общаться в социальных сетях. Яркость изображения на экране автоматически регулируется в зависимости от уровня внешней освещенности. Вот это новая полезная функция. Вот у меня на телевизоре 2016 года тоже от Samsung такой функции нет. Экран QLED имеет разрешение 4К, диагональ 43 дюйма, друзья, ну не так уж и много. Вот у меня 49 дюймов, и кажется, маловато. Вот, телевизор получил 4,3-канальную 60-ваттную акустическую систему с поддержкой Bluetooth, возможностью воспроизведения звука со смартфона или кодеком Dolby Digital Plus. Динамики находятся на вертикальной подставке телевизора. Ну и телевизор уже доступен в продаже. Теперь внимание, 110 почти тысяч рублей. Но это не спешите ругать его. У него отличное изображение, отличное качество, да, и плюс вот такая вертикальность. То есть он как бы сам перенастраивается. Вам программу ничего не надо делать. Вы его перевернули, его весь интерфейс и так далее тоже перешел в такому виду. И со смартфона можете прокручивать, там ютубчик смотреть и так далее, просматривать то, что хотите. Или, допустим, такое еще очень важно, если вы читаете тексты, какие-то статьи и так далее, тому подобное на телевизоре. Так что вот такая вот новость. Надеюсь, она вас заинтересовала. Всего доброго, всем пока, до свидания.